Всем привет, всем мои маленькие любители халявы. Сегодня я расскажу, что делать не надо, чтобы не попасть в просак и ваш персонаж не заблочили. Ребята, есть очень интересная вещь такая ВКонтакте. Ну, кто играет, вы прекрасно понимаете. Это голоса. Если вы введете в поисковике вот такую вещь элементарную, выйдет куча сайтов. Это, ребята, большое, очень интересное разводилово. То есть есть сайты вот такие, то есть, ну вот по ним, если пощелкать, тут их много всяких разных, где вам предлагают купить голоса по более низкой цене. Есть даже специально для Украины, то есть, пожалуйста, в гривнах можно покупать, вообще никаких проблем нету. Но, ребята, при том моменте, когда будет зачисление, откуда они, что пришли, если будет разбирательство через администрацию ВК, то сама администрация ВК вправе приостановить платеж и поставить штраф. Ну и, соответственно, все игры, в которые вы играли и так далее, будут такая же сама система. То есть все просто у вас аннулируют и поставят в блок до тех пор, пока вы не погасите сумму. Ну, такая неприятная новость, но с нее надо было начать. А сейчас, ребята, давайте поздравим нашего лидера бессменного с вступлением в должность. Сегодня 4 года. Поздравляю! Счастливо, рули дальше. Мы тобой очень рады. It went on.